Смотрите, какая шикарная бомбочка. Смотрите, чего. Вот это да. Ребят, походу трофейное кольцо. Возможно, это СС. Здесь, видите, по носу лопаты, конечно, задели. Но благодаря этому мы увидели, что это серебро. Находка просто огонь. Лучше от копа ничего не стоит ждать. Но находка. Единственное, что она какой-то маленького размера. На мизинчик, что ли. Хотя фрицев были все такие, блин. Дохлики. Огонь, просто огонь, ребят. Прям, блин, за это можно уже ставить пальчик кверху. То, что вышло из земли, такая находка. Ну, мои поздравления, комрады. Сегодня мы с двумя товарищами. Так что ништяк. Прям смотрите, ребят. Если есть у кого информация, пишите в личку. Или же под видео в комментарии. Ваше мнение. Что за кольцо? Кто, возможно, ее владел? Может, какая спец там, какая-то СС или еще что. Ну, надписи не видно, но имеется такая легкая зелень. И я предполагаю, что это кольцо серебряное. Тишина такая в эфире. Рядом за спиной пацаны стоят. Один курит, другой радуется, хозяин. Я хочу вручить вам это кольцо в знак принятия в наше братство. Кольцо чести будет связывать вас со всеми членами СС. Примерьте. На левую руку. Да-да. Черепом внутрь, всегда. Подходит? Носите его с честью. Да, конечно. Специалисты сейчас, наверное, критикуют меня, что это кольцо не мертвая голова и никакого отношения к СС не имеет. Более того, оно даже не имеет никакого отношения к немцам и к Великой Отечественной войне. Но находка не менее интересная и датируется Первой мировой войной. Кольцо – адамова голова, и оно широко продавалось в магазинах. И носить мог любой человек. Дизайн этого кольца в ту эпоху был моден как у мужчин, так и у женщин. Вот почему наше кольцо такое маленькое, размером на мизинчик. Так что наше кольцо не сенсация, а массовый ширпотреб, обычная ювелирка, дешевенькая для обывателя. Это тогда, но сейчас, спустя столетия, стоит внушительных денег. Вот такая у нас находка, а мы губы раскатали. Ладно, мои поздравления.